Просмотр проходил Вьетнам с 1 по 3 мая. Потом прошел отбор, и кто прошел отбор, тренировались с 4 по 5 мая. И вот кто попал, прилетели сюда. Ну, играл в Чехии и как бы увидел в хит-хоккей там просмотр в Хелинских акулах, и как бы папа сказал, поехали. Я согласился. All right, you are a ghost.